Перед блокировкой канализации коммунальщики еще раз пытаются предупредить неплательщиков о перекрытии трубы. Должники вообще очень редко открывают дверь, говорят сотрудники управляющей компании «Энтузиаст». Но сегодня гостеприимства от них и не ждут. Поставить заглушку коммунальщики могут, не входя в квартиру. А все благодаря прибору под названием «КИТ». Он два в одном. Заодно мы можем чистить канализационные трубы, стояки. Есть для этого насадка специальная. Сперва мы его чистим, смотрим, потом с этой насадкой эту насадку меняем на другую насадку, где монтированы видеокамеры горизонтальные и фронтальные. Соседи при этом не страдают. Заглушка ставится только на квартиру неплательщиков. Сегодня услуги лишилась семья, задолжавшая 300 тысяч рублей. Все мы люди, все мы человеки. Да? Вот этой семье неоднократно было предложено прийти к нам в управляющую организацию, заключить договор реструктуризации, как бы они бы получали субсидию. На очереди следующие злостные должники, предупреждают жилищники. Только на территории управляющей компании «Энтузиаст» 735 собственников игнорируют коммунальные счета. Эльвира Ермакова, Алексей Шатунов, эфир 24. Зажги поэтическую звезду на телеканале «Эфир».